Как никогда рано завершился в нынешнем году хоккейный чемпионат сильнейших клубов МХЛ для самарской команды ЦСКА ВВС. Финальную часть плей-офф они не попали, заняв 9-е место Восточной конференции. Но сезон для них еще не закончен. Чем же занимаются сегодня самарские хоккеисты? В общем-то, на данном этапе команда занимается технической подготовкой. Начинаем просматривать молодежь призывного возраста из Уфы, Глазова, Усть-Каменогорска. И попробуем их в ближайших играх, которые мы проведем в Нижнем Новгороде 23-24 апреля с командой «Торпедо», одной из сильнейших команд западного региона. Ну, в команде произошли некоторые изменения. Главное, покинул команду тренер Моисеев, заслуженный тренер России. И шел он тренировать Казань, команду «Итиль». В этом году впервые проводится чемпионат мира среди военнослужащих во Франции. И наша команда сумела делегировать 6 человек, великолепную пятерку и вратарь. Вратарь Шарнин у нас уехал, защитники, ведущий Гусев, Юшин. И нападающие Шумихин, Климентов, Незамаев. Хоккейный сезон завершен, а о первой сенсации нового мы вам уже рассказывали. Самарский клуб ЦСКА ВВС покинул Юрий Иванович Моисеев, который проработал с командой 2 сезона. Теперь он возглавил казанскую «Итиль». Сегодня новым главным тренером ЦСКА ВВС назначен Валерий Иванов, работавший в команде вторым тренером. Я, да, в первую очередь за атакующий хоккей, и чтобы он не был шаблонным, самое главное, чтобы игрок мог приносить болельщику истинное наслаждение своими, ну, такими неординарными ходами. Мы буквально завтра вылетаем в Кисловодск. Ну, как правило, называют это оздоровительные сборы, но я не думаю, что все-таки будем закладывать уже фундамент физической подготовки к предстоящему сезону. Затем команда вернется 24 числа, 25 мая будет итоговое собрание. После 25 команда будет буквально на месяц, и только на месяц распущена в отпуск. 27 мы уже начинаем планомерную работу к предстоящему сезону.